Приветствую вас. Ага, вполне может быть, что проблема заключается именно в вашем желании того, чтобы все было идеально. Потому что идеально не бывает. Если бывает, то достаточно редко. Вот, ну, а когда, соответственно, человек хочет, чтобы все было идеально, то он начинает об этом думать и не может отдаться своим чувствам, своим желаниям. Вот, потому что это все-таки такое больше оценочное суждение, да, что, ну, что все идеально. Чтобы все было идеально, это такое оценочное достаточно суждение. Вот. Также могут быть некие страхи, может быть некое ощущение угрозы. Вы можете чувствовать себя недостойной, вы можете ограничивать себя по причине неких таких рэкетных карательных мыслей, рэкетных карательных установок своих. Вот, то есть тут нужно разбираться с тем, как именно происходит, и разбираться, смотреть на природу тех ограничений, которые вы описываете, потому что причин может быть довольно много. То, что можете сделать вы, это больше взаимодействовать со своим партнером, больше стараться сближаться духовно, сближаться физически, да, привыкать к телу друг друга, исследовать тело друг друга, в том числе и собственное тело. Вот. Но постепенно это будет облегчать вам преодоление барьеров. Но, конечно, психологическая работа здесь крайне важна, потому что вполне могут быть причины довольно серьезные. Может быть, дело связано с неким контекстом ваших отношений. Например, вы считаете, что ваш партнер, да, он чего-то ждет от вас. Ну, партнер ожидает каких-то действий, партнер ожидает какого-то эффекта, какого-то резонанса. Вот. Если так, то эти ожидания вам немножко мешают. Вот. Ну, при условии, если вы считаете, что должны их оправдать. То есть ситуация довольно деликатная, довольно неоднозначная, с большим количеством возможных причин и, соответственно, модели поведения и вектором психотерапии, поэтому я думаю, что лучшим вариантом вам будет выбрать себе специалиста, от того, кому вы доверитесь, и пообщаться с ним на эту тему, для того, чтобы уже более подробно разобрать именно свою ситуацию, по сути, общие, да, ответы на общий же вопрос. А именно вот индивидуально свою историю со всеми подробностями. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.